стране продолжается досрочное голосование на выборах президента Республики Беларусь. Сегодня второй день. Тем временем Центр избирком опубликовал данные явки за вчера. В среднем она составила 4,98%. В Могилевской области 4,66%. Напомню, в Бобруйске организовано 104 участка для голосования. Они работают с 10 утра до 7 вечера. Перерыв с 14 до 16:00. Заместитель председателя Могилевского облисполкома с визитом в Бобруйске Руслан Страхар приехал на предприятие «Беларусь-резинотехника». Госслужащий встретился и пообщался с коллективом, затронул темы экономики, в частности, планы производства на предстоящие 5 лет. На проспекте Строителей столкнулись сразу 4 легковушки. Авария произошла с утра. У машин повреждены капоты, бамперы и багажники. Авто перегородили вторую полосу, и все же общественный транспорт проезжал свободно. На место происшествия выехал экипаж ГАИ, инспекторы проводят проверку. На сегодня синоптики объявили оранжевый уровень опасности. По прогнозам, в среду воздух раскалится до 32 выше 0. Ветер южный с порывами 4-9 метров в секунду, осадков не предвидится. Атмосферное давление будет повышенным. В субботу вечером у Ледового пройдет большой концерт «Моя Беларусь». На Бобруйской сцене выступят Тина Кароль, Павло Зибров, солистка Большого театра Беларуси Анастасия Москвина, Виталий Гордей. Также пригласили инструментальные, вокальные и танцевальные группы. Позывные праздника прозвучат в 18:00. За 2 часа до старта музыкальной программы заработают торговые ряды и детские аттракционы. Будут организованы дополнительные рейсы автобусов. Финал намечен на 11 вечера. В это время небо над городом украсит фейерверк.